сюда поднялся? По пожарной лестнице. На 20-й этаж? Я консьержа испугался. Расскажите нам о себе, мистер Паркер. Рассказывать особо не о чем. Питер живет у дяди и тети. Вы поймали Человека-паука? Нет, но поймаем. Он ходит в маске, как у преступника. Он делает то, что полицейским не под силу. Не под силу? Когда опять вздумаешь угнать машину, не одевайся как придурок. Ты коп? Ты правда думаешь, что я коп в красно-синем трико? Кто ты? Да, без отца тебе было трудно. Этот портфель принадлежал твоему отцу. Твой отец был очень скрытным человеком, Питер. Доктор Коннорс, я сын Ричарда Паркера. Мы с твоим отцом хотели изменить жизнь миллионов, и мою в том числе. Поразительно, как ты до этого додумался? Появилось существо, которое ведет себя агрессивно, если чувствует опасность. Я его создал, я его и остановлю. Это мой долг. Сто лучших полицейских города против какого-то акробата. Ты хотел узнать правду, Питер? Тогда готовься. Я получил ордер на арест народного мстителя, известного как Человек-паук. Береги себя.